Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео, как вы уже поняли по названию, будет баттл между моими друзьями, а именно Андреем, Матвеем, Сережей и Катей. Работы у каждого получились просто невероятные. Я в шоке от того, как ребята постарались, поэтому обязательно переходите по ссылкам в описании, которые я там оставил, и подписывайтесь на моих друзей. Это очень поможет им в продвижении, и вам будет интересно то, чем они занимаются. И сейчас я не хочу много говорить, потому что видео будет реально очень много болтовни, очень много шуток. И единственное, что я вам сейчас хочу пожелать, это приятного просмотра и больше вас не отвлекать. Мне Кате пенисы нравятся. Всем привет, девочки! Мы захватываем канал Дронвола, теперь его тут вы не увидите. Наконец-то мы это сделали, короче. Дождались. Спасибо, что я жив. А можно расходиться? Мы сделали все очень быстро. Да, да. Всего лишь полгода. Не, всего лишь полтора месяца, прошу, давайте будем честны. Скинч за 5 минут называется у нас. Вообще, какие сроки были? До 29 мая? Или так, давай объясним. Сроков, да, сроки были до 29 мая, но 29 мая у меня был день рождения, все отмечали целый месяц. У тебя не было 29 мая, у тебя 30 мая было день рождения. Ты рофлишь, у меня 29 мая день рождения. Ты дурак вообще? Я не помню. Нет. Прости, Катя. Ребята, я ищу нового модератора, а то этот не справляется. Нет, она не ищет нового модератора. У меня пока она не отдаст паспорт, я как бы у нее модератор. Никого она не ищет. Ну все, я кидаю. Вот. О, опа, Андрей. А вот это уже, знаешь, интересно реально, какой скетч был у тебя изначально. Да принадлежность почти такой. Я поняла, что ты говорил, что Тим Артом вдохновлялся. Как я поняла, пипец. Да, вот эта дорога, знаешь, он дорогу теперь везде пихает, вот это свое. Ну, да, да. Это похоже почему-то на Властелина колец, этот замок в горе. Вот почему-то он мне вспомнился. Ну, короче, его главное не приближать. Ни в коем случае. Потому что там резкости, короче, везде по-разному. Знаешь, что мне очень нравится, что у тебя вот акценты светом, вот эти Gatlight, типа, они идут там на крест, там еще какие-то штучки. Это очень классно, но мне вот пипец не нравится гора на переднем плане. Какая? Где челик стоит? Где персонаж стоит, да. Мне кажется, ее убрать будет намного лучше, будет зона разрядки и все, потому что вот это тупо подставка для персонажа появилась. Ну да. Хотя у меня так же стоит. Но какие офигенные лучи просто. Да, лучи прям... Называть, знаешь, God Race. Вот все, God Race. Gatlight. Скоримский меч, слышишь? Железный меч Скоримба. Перспектива тупо вытянул вверх. Ага. Кто там второй сделал? Влад сделал? Давай, показывай. Нет, Серег, мы по списку изначально решили. Я изначально сказал. Давай. Матвей, да, Матвей переименовался. Он жопа на самом деле. Он будет третьим. Он будет третьим. Я сейчас переименаюсь тоже. Не-не, давай, Серега. Ну, у меня все плохо. Я хочу увидеть вашу сначала. Давай, Серега, давай, потом Матвей будет. У меня три варианта. Вообще сначала кидаю финал, да, типа, вот который. Давай, да. Который я считаю синим, типа, вот максимально, да. Синим. Синим? Ты считаешь его синим? Не, это знаете, как рарность в игре? То есть синяя, бронзовая, там золотая. Ой, печалится руки. Это прикольно, что типа, если вот лицо убрать. Да, круто. Есть второй, вот этот, который бы я считаю финальным вариантом, но он очень одноцветный. Опа. Это что, Гарри Поттер? Не, вот мне нравится передний план, который размыт. Он такой, ну, прям, не знаю. Серег, чё ты тогда это, жопу-то рвал? Я да, заслуженно на последнем месте сижу. У меня там вообще плохо очень. Ты вообще я, походу, должен быть. Знаешь, что ты переживал? Чувствую, что чувак падает. Типа он такой стоит, свободный. Это Майкл Джексон. Он устал, да. Ну, может быть, творит или еще что-то. Не знаю, мне второй арт больше нравится. Но, типа, просто странно, что практически одну треть занимает вот эта разблюренная могила. Мне кажется, прям перевор. То есть было бы прикольно. Знаете, есть такие арты, где... Короче, какая-нибудь просто вот наклоненная скала, там идет человечек, и все остальное в тумане, типа разрядка глаз. Да. И вот типа тут был бы такой же, наверное, эффект. Че, я что ли? Ладно, у меня вообще два варианта. Сидит. Еще не сделал, да? Подождите.
Вообще, я сам сделал это за одну ночь, вот. И думаю, на первый раз пойдет, потому что я такое никогда не делал, для меня это сложно было. Оправдание, да? Пошли. Я чуть-чуть ты бы не делал. Вот, но факт то, что вот такое получилось. Опа. Чего, блядь? Я хотел сделать что-то нормальное, но вышло вот так. Да в смысле, что-то нормальное? Это прикольная идея, вообще шикарная. Да, тут надо издалека максимально смотреть. Чтобы не, ну слушай, блин. Издалека выглядит как вот, блин, не знаю, такой стилёк, как скетч. Будто бы... Это какой-то стилёк, там, не знаю, возрождение такое, типа, вот, ну. Да. Не, ну, слушай, я что-то не ожидал такого, честно, я не знаю. Да, прям вообще выглядит прям как... Нет, блин. Это выглядит так, как ты вообще такого никогда не делал, если честно. Да, это вообще не в твоем. То есть если бы мне показали, я бы не понял, что это Матвей сделал. Да. Не, так не херово, это прикольно. Что-то необычное для тебя, понимаешь? Все мы знаем, если бы это делал Матвей, то в середине бы была не рука, а писька, как бы, очевидно. Там и была, но да, сначала. И в итоге перефотошопил руку. Короче... Капец страшно, слушайте, я вас понимаю. Да. Чего выпендриваешься, кидай, хватит болтать, давай. Тут самое главное, что не хватало нашей помощи друг другу, вот в чем. Ну да, здесь сложно было. Было тяжело в одну фазу делать. Ну все, я сбрасываю, да, получается? Да, сбрасывай, груз. Зеленый цвет опять. Подожди, это светофор Дренвол 16? Да. Нет. Это Дрекар 16. Это 17. А, ну слушай, ну прям очень. Блин, вот эти вот, как будто мои самолетики по цветам, короче. Там где-то в облаках самолет летает. Да, 100%. Это там по-любому. Как будто. Слушай, а череп это Долины, наверное? Да. По-любому. Да, большой, да, поменьше. Короче, я переделаю. Пищу с ответ. Спасибо большое. Это финал? Не, ну вот это обидно. Главного босса сейчас. Че ты? Да, сейчас босс. Главного босса. Катя, ты готова? Да, босс. Давай, босс. Ну, Катя, да, напоследок оставили. Вы сделали все какие-то типа мертвые долины, а у меня как бы святая. Не, у Матвея тоже. А, да? А, у Матвея тоже святая? Ну да, где рука? Я рука. А, ну по цветам, да, ладно. Ну, короче, вот, да, Матвей святую, ладно. Но у меня какая-то святая прям такая... Мертвая, да? Святая, но мертвая. Нет, у меня она прям очевидно святая. И, короче, я сделала скетч, и в итоге у меня получилось вообще совсем по-другому. Вот. Ну так бывает, да. Да, ну, как обычно. Я старалась, то есть, если вы подумаете, что я не старалась, я старалась, честно. Да, сейчас там размотает просто вообще. Радуга, ну понятно. Радуга. А вот этот белый человечек, это что такое? Ну, это просто человечек. То есть... Ну, это знаешь, аура такая? Это аура, типа, призрак. Нет, какой-то, просто наверное. Многие художники делают человечка. Прикольно, это прям Святая Долина, да. А где исходит? Вот там замок? Да, замок, горы. Вот гора за замком прям. Да, это то же самое. Третий исходник, вот, короче, трава спереди. Там были могилы и небо вообще неподходящее. Я такая, блин. Знаешь? А ну нет, я просто хотел, ну типа, кому чей арт нравится? Вот мне нравится, например, арт вообще очень сильного Матвея. Если сильно не вглядываться. Да, если сильно не вглядываться. Не, знаешь, это вот такие арты, где есть, короче, какая-то идея, посыл какой-то вот такой, знаешь, именно это искусство такое. Типа каждый в этом арте может что-то свое понять. Что-то я думаю, ты ни хрена в него ничего не вкладывал, наверное, да? Ну, да то нет. Есть глубокие идеи что-нибудь такое было. Ну, прям глубокая, не люблю такую херню. А так, да, поверхностная, ну... типа, да. Ну вот, но она именно выглядит так, как будто там что-то такое прям заложено, прям. Мне понравилась Серёгина вторая, где-то такая мрачная. Майкл Джексон. Где бездолины? Не, реально, Майкл Джексон просто пришел. Серега никто не понравился. Не, я реально задумывался просто, но, блин.
Ну, наверное, правда, да, что-то есть очень странное, реально, вот что-то именно художественное, именно в Матвеевском. Да, вот именно это. Вот не то чтобы, прям по качеству очень круто сделано, он клево сделан, я ничего не говорю, это не вау. Потому что именно вот смотришь и чего, а вот именно да, ищешь какой-то смысл вот, в руке в этой. Вот не знаю, там Андрей смысл, Матвей тоже смысл ищет, Серега тоже. А мне вот реально нравится. И умер. В смысле? А ты завис. А я завис, да? Я сейчас не слышно? Да. Короче, а мне нравятся именно вот такие кадры, как будто с фильмов каких-то. Вот мне Катина работа очень понравилась. Нет, 21 на 9 решает, типа. Да, вот именно 21 на 9. Да, 21 на 9 это очень круто. Вот не знаю, мне очень нравится. Я тоже да, 21 на 9. Ничего лишнего, все так. Тебя заставляет, знаешь, по картинке вот так кружиться, вертеться, тебя заставляет. Вот это мне нравится. Владик там сидит, там. Дед кружится. Мне нравится, как Матвей тыкает пальцами. Программист такой. Спидран по Майнкрафту. Блин, жалко, это не записывается вот эту камеру. А то мне тут записывается, не видно ничего. То Доли нас. Давайте я скажу свое мнение. Доли, давай. Да, давай, Катя. Ну, короче, не знаю, мне кажется, у Андрея очень классный арт. Типа, мне прям очень сильно нравятся лучи, мне нравится, как сделаны акценты, то есть вот, ну, реально, то есть акцент на руке, акцент на этой могилке. Мне не нравится чувак на переднем плане, но это не важно. Очень классно именно сделанные лучи, прям это просто жесть. Ну, лучки, чисто лучки зарешали. Да. Местами, короче, вот Андрей говорил, что мы будем думать, что грязно местами, наверное. Типа, фильм прибить, и будет классно. Так, ну, не знаю, прикольно, короче. Ну, получается, все. Мы высказались и записали. Можете выключать камеры. Всем пока. Да, как бы вот, всем пока. Как бы, счастья там, здоровья. Держи истинно небеси, да прибудет царствие твое. Детей вам побольше. Поедатель снился. Я просто включу запись, чтобы сказать пока. Пока. Да где они там? Мне нравится радуга и пенисы, да. Мне кажется, Катя тоже вкладывала очень глубокий смысл. Там же типа острые пики такие торчат. Ну да. А, это вот это считаешь пенисом, и у тебя такой острый? Ну да. Это не очень удобно. Я понятно. Как у черепахи. Ну я понял, почему. У нас видос записывается, ребята. Надо начало вставлять, понимаешь? Да, ну, просто эта фраза деда мне нравится, как Катин пенис. И все, и застал. Не, прикольно, Катя тоже прикольно.